1 августа. Утро нас встречает солнышком. Такой осенний почти что пейзаж. Травка пожелтела. На завтрак у нас сегодня классика. Гречка с тушенкой. Кстати, как мы утилизируем баночки от тушенки? У нас не так много, конечно, консерв, но мы их плющим, моем, плющим. И они из дурацкой банки превращаются в аккуратненькую, чистенькую лепешечку. Ну и с собой, конечно, забираем. Готовы к отплытию. Сейчас. Пойдем вот туда, к следянке. Култук уж не будем заходить прямо до самого краешка. Ну, потому что мы, в принципе, и так уже в култуке. Солнышко с утра нас порадовало. Теперь тучки. Ну, вот если дождя не будет, то прям идеальная погода. Для гребли не жарко. Для гребли туда. Ну, а мы туда придем на стоянку, там опять солнышко будет. Я думаю, так. Тут даже ветер пытался быть попутным. Но что-то пока все смешалось. Отчаливаем. Вот наша поляночка, где мы ночевали. Небольшой лайфхак для викинга. У него сидушка такая вот. Из трех секций. Если ничего не подкладывать, то попа становится потом не очень хорошей. Болит, в общем. А вот так вот, если делать сидушечку, пристегнуть ремешком, во-первых, она не слетает, а во-вторых, очень комфортно. Вот култук. Вот с перевала спускаются машины. А мы идем вперед на следянку. Над следянкой дым какой-то. Там котельная. Прямо дымит сильно. А мы идем по направлению к сухому ручью, вот тут впереди. И вообще дождик пошел. Дождик. А култук уже вон там, позади. Вот. Мы тут в 2,5 километрах от берега идем. Вот впереди сухой ручей. Дальше буровщина. Муравей, и там вот будет Мангутай. До него осталось, что я сказал, 12 километров. Вот, как раз сюда. До него 2 часика, да? Да, до обеда. Идем. Что, погнали? Дыхаем маленько. Восточный берег. О! Алексей Кишногами. Отдыхает. Ну, не Кишногами. Ну, как-то смешно. Так, вот. Восточный берег. Тоже очень красивый. Вот какой длинный поезд. Начало его вообще не видно, где-то там еще далеко. И вот идет. И здесь не кончается. И вон там вот. Где? Я что-то потерял его. А, во! Хвост, вон где. Это сколько километров-то он? Нифига себе. Вот и Мангутай. Сейчас будем выбирать место, где остановиться на обед. Думали около речки, но сейчас посмотрим. Нерпа тут была. Нерпа встречается нам по всему пути. Вдоль всего пути. Даже в Култуке вроде недалеко. Недалеко от Култука была нерпа.
One good day. Вот так вот, с близкого расстояния. Народ отдыхает. Мы, наверное, за речку заедем. Речка безымянная. Два рыбака. Сейчас нам пройти так, чтобы рыбу не спугнуть. Ну вот. Здравствуй, Восточный берег. О, теперь мы с тобой надолго дружить будем. С тобой. Рыбаки. Один он собрался и пошел. После того, как он поедет. А нет, он дальше рыбачить будет. Соблазняют они бросить здесь. Половить. Попробуем. Может, все-таки попробуем разочек кинуть. Да, что нам недолго. Отдохнули в Мангутае. Поели ухи. Правда, из консервы. Поймать не удалось. Ну, пару раз забросили. Там мужики маленьких рыбочек ловят. Зато накупались, позагорали, попрыгали вот с того пирса. Ну, это не пирс, правда. Просто такое заграждение там для лодок. Гараж. Бухточка. Классно. Идем в Утулик. Вот отсюда ныряли. Вон трамплинчик или сесть с него разбегался бомбочкой. Блюх. Классно? Классный трамплинчик. Идем на Утулик. Вон он, по-моему, виднеется. За телеграфным мысом, который вот ближайший. Пошли. Вот неплохая база. За Мангутаем сразу же. Впереди Утулик. И там дождь поливает. И мы прям туда идем. Ну, может быть, он уйдет. Пока мы к нему доберемся. А тут поезд опять. Поезд. Один за другим. Идут. Радуга разгорается в Утулике. Пойдем-ка мы туда. О, красота. Потап. Идем. Погода прекрасная. Какое небо красивое. Впереди Утулик. Ну, конечно, сам Утулик за мысом, вот за этим. Его отсюда не видно. Но мы хотим куда-то вот на этот, в этот лесочек зайти. Что-то темнеет уже. Там народ на пляже, на машинах. Ну, подальше от него хотим. Хотели тут остановиться, а тут болото. Придется идти дальше, к деревне, поближе. За Утулик, за речку. Там летающие лодки. И рыбаки тоже за небо зацепились. Ну, похоже, вот здесь будем вставать, если здесь вообще есть площадка более-менее. Сейчас вылезем на берег. Посмотрим. То уже темнеет скоро. Здесь тоже болотцы. Ну и ладно. Вон там, поближе к деревьям, посмотрим. Нашли местечко. Около речки. Около речки. Хорошее местечко. Правда, вид у нас тут. Вот туда вот красота. А вот здесь у нас
деревенские какие-то пейзажи начинаются. Ну, и главное, что они тут что-то разрыли. Может, строить собираются или берег укрепляют. Ну, ничего, место прекрасное. Будем останавливаться. Да, гребли сейчас вот против течения по речке Утулик. Утулик нас встречает пасмурным утром. Елисейка спит. Пробую порыбачить тут. Утулик. Рыбачу. Тучки, туман. Может разъесть еще рано. Мы вон там вот около большого тополя остановились. Ух, какие! Волны здесь. Огромные. Уже кончились. Вот там вон они. Большие очень. А сейчас мы идем до Байкальска. Там у нас будет перекус. Магазинчик сбегаю, наверное. И дальше пойдем. До Байкальска 12 километров. Вышли к Байкальску. Наша стояночка вот там в реке была. На берегу реки. Осталась позади. И теперь наш путь до Байкальска. Там Елисей упросил купить вот... Что мы покупаем-то? Баранки. Печеньки. Сгущенку. Короче, сладости одни. Вот. Ну ладно. Вот здесь это вот далеке такой пляжик. Нормальный. Но не факт, что здесь удобно стоять с палаткой. А впереди, в дымке, виднеется Байкальск. Вот туда дойдем до обеда. А вот здесь вот тоже неплохие места. Где можно остановиться. Впереди трубы Байкальска. Гора Соболинная. Вон трассы видны. Приехали в Байкальск. Елисей побежал в магазин. А в Байкальске очень даже неплохо. Сюда ни разу с Байкала не заходил. А тут... зеленый бережок, город весь за лесом, за лесной полосой небольшой такой. И вот тут на косе вполне даже можно останавливаться. Мне даже больше понравилось, чем в Утулике. Речка Солзан. А мы
Ну, идем дальше. За Мыск. И напрямую в Мурино. Километров 17 до туда. Вот территория вдоль побережья, за которым БЦБК. Люди тут отдыхают. В принципе, красивенько. Вон там только забор, и нельзя причаливать. Салзан. А до Мурино еще 13 километров примерно. Вот, да. Погода хорошая. Не жарко. Тучки немножко. Такой пляжик симпатичный. Но мы идем в Мурино. Еще 10 километров. О, гора. Треугольная с глазами смотрит. Да, чем медленно плывете? У нас ветер сдувает просто. И волны встречные. Вот и медленно. А Елисей устал. Я спать хочу. Я тут разогнался немножко, решил спрямить. Вон там вдали земля виднеется. Я вот думаю, ну, туда править. А это похоже вообще чуть ли не около Бабушкина. А вот нам куда-то сюда. 5 километров еще вон до Мурино. Ну все, погнали. Вот эти вот автомобильные мосты в горах. С воды вообще красиво выглядит. На машине едешь, не замечаешь это все. Пришли в Мурино. Вот теперь ищем, где бы остановиться, где бы палатку поставить. Или он туда, ближе к базе. Или вот здесь есть неплохое местечко. Все сюда? Давай сюда. Вот такой розовый песочек. А вот наш пляж. Только выгрузились и переоделись, пока еще ничего не прибрали. Сейчас пойдем искать место под палатку. Так, ну вот, наверное, здесь лежбище какое-то было, сено. Да, неплохое местечко. А рыбаки рыбачат на лодочках. Тут лес красивый. Вон кедры какие. Шишек только не видно. О, может есть. Хотя они, наверное, еще не созрели.
нас тут очень красивые закаты. Сейчас, правда, уже все, солнце зашло. Но еще есть полоска. Хорошая стояночка. Чуть подальше нашей. А мы вон там стоим, где лодки. Дальние. А к нам пришел дождик. Натянули тент вот таким образом. Вот. И у нас тут сухо. Более-менее. Сейчас будем кушать кашку, чаек. И собираться. Дождь не дождь, уходить надо дальше. Отходим сегодня поздновато. Дождик нас подмочил немножко, но мы тут так сейчас утеплились, хорошо еще накрапывает немножко. Я в гидрике, Елисей. Без гидрика, но там у него все сухо. А? Берегу сейчас прибьет. Ничего, сейчас отчаливаем. Ну все, пора. До Снежной, а потом чуть дальше. Пока, Харамурин. Мы идем дальше. Вот тут совсем мелко. Устье. Вот, сейчас пройдем Мурино, там деревня. И двинем дальше. На Снежную. База энергетик. Ну, неплохая такая. Здесь вот выходит дорога с Мурино. И вот тут такой большой пляжик. Неплохое место. Популярное. Впереди мыс. И устье реки Снежная. Мы немножко срезаем этот заливчик. Классные тут пляжи. И никого почти что. Ну, может, отсюда не видно, конечно. Вон там катерок какой-то. Остановились перед Новоснежной. Вот тут вот такая коса. Длинная-длинная. На Сарайский пляж чем-то похоже на Ольхонь. Единственное, что здесь не песок, а камни. Вот здесь вот ближе к реке болото начинается. А вот там, где люди
на косе. Там нормально, там лесочек. Мы сейчас обедаем. Нам здесь палатку не надо ставить. И едем дальше. Да? Не знаю, купаться, не купаться. Потому что я чувствую, я замерзну потом. Все, по-быстрому перекусили и пойдем на нашу стоянку. До ней еще километров 9. Тучи в горах красиво зависли. Здесь от устья реки Снежная. Или здесь, или может быть даже чуть-чуть подальше. Сейчас пройдем мимо. Вот, река Снежная. Да, широконькая. Но не глубокая. Маленький островок, на нем уточки пасутся. Алексей назвал его Утиный остров. Все, погребли. А вот тут на Снежной такая база. Симпатичные домики. Ветер успокоился. Дождя нет. Красота. Тут рыбаки на горизонте висят. Ой, причалили. Будем теперь место для ночлега искать. Непонятно, есть ли тут вообще оно. Что-то какие-то болотца. У меня юбка слетела. Да, ну а ты не надо ее тебе. Не замочи кроссы. Да не замочу. Сейчас я обратно надену. Нет. Холодно здесь. Остановились на берегу высоком. На берегу реки. Место есть, но очень так маленькое. И, короче, вообще сейчас мокро. Пройдемся, но дальше уже не пойдем. Там дальше уже к железной дороге. Железная дорога близко к берегу подойдет. И уже там нигде не остановиться. Будем здесь ночевать. Сейчас только надо тент натянуть, обсушиться. И будет хорошо. Всю ночь шел дождь, а полянка, на которой мы остановились, понравилась не только нам, но еще и маленьким и очень-очень кусучим муравьям. Ну давай, заскакивай. Все, отчаливаем с муравьиного места. Но оно ничего так неплохое. Так, все, грести буду. Все тучи ушли на Мамай.
мы идем вот там. Вон ко второму мысу, который торчит. У нас на обед походная солянка. Да. Или борщик, не знаю. Ну да. Что-то, там свёкла короче, тоже что-то есть. Получилось. Походный супчик. Да. Вот тут мы обедаем. Получается, прямо рядом с железной дорогой, а вот там вот прыгалка. Вот с тех плит мы сейчас ныряли. А в этом супчике сосиски, капуста, томаты сушеные, мясо сушеное, картошка и баклажаны. И морковка еще. И морковка. И свекла еще. И приправки. И свекла. Ну да. Ну, все. Будем кушать. Да. После борщика у нас десерт. Вот какой. Сейчас пойдем нырять. Давай, ныряй. Класс. Здесь такое местечко я хорошее нашел. Здесь такой выступ. И вот туда можно нырять. Чё, как водичка? Классная. О, супер. Сейчас ещё будем нырять. Угу. Давай, теперь ты. Ну, давай. Да, давай. Или бомбочка? Нет. Это всё ли бомбочка? Ну, давай бомбочкой. Водичка хорошая. Ага. Не холодная. Что, ныряю? Давай, а теперь так. Ловцом. Ух. Ух. Классно. Классно. Речка выдренная, а мы идем вот до того дальнего мыса, километров 10, там кедровая станция. Здесь народ отдыхает, откуда взялся, не очень понятно. Ну, ладно. Речка Аносовка. А мы ищем уже хорошее место. Первое хорошее будет нашим. Вон туда, наверное, начиная с того мыса ближайшего. Ну, километр, наверное, еще. Вот. Утомились сегодня. Ну, завтра предстоит вообще марш-бросок побольше. Около 30-ки. Нашли хорошее местечко. И даже задумались, а не остаться ли тут на дневку. Под палатку прям ровная. Столик есть. Столик. Прекрасно. Под елочкой прямо. Под кедром. Кедра. Даже. Вот. Сейчас я сюда лодку перегоню. О, и здесь это лодку можно, кстати, удобно заводить. Да, да. Все, классный перегоняю, день. Да. Там рыбаки. Порыбачим еще сегодня. Прекрасный вечер, закат. А мы немножко сходили в лес. И теперь у нас лесные дары на ужин. Маховички. Черника, немножко с брусникой. И малинка. Красота. Сейчас будем картошку с грибами делать. Есть и штука. На десерт ягоду. А. Со сгухой.
Утро нас встретило дождиком. Мы решили остаться на дневку, отдохнуть немножко. В лес сходим, грибочков пособираем. Ягодки. Вот такое у нас тут место. И мы тут остаемся. На завтрак у нас вот такая вкуснятина. Макарошки с грибами и с мясом и с сыром. Красота. Вот так вот на фоне Байкала. Прогулялись по лесу опять и себе нашли на ужин десерт. Вот и вот еще. Ну это сейчас, ну, на грибы переключились. Сейчас еще грибочек и соберем. Шиповничек. Видите, с комфортами, правда. Вот, шиповничек есть. Вот все синие. Угу. Пойдем прогуляемся еще. Классный тут лес. Вышли из леса. Во. Урожайчик. Вот, да. Здесь получается маховики и маслята. Здесь черника. Черника и брусника. Ну, брусники чуть-чуть. Ну, только она, да. Потому что такая однобокая. Да. Пока я купался, Елисей занят делом. Какие же кусочки нормальные? Да, нормальные. Сейчас будет супчик грибной. Вон там вот напротив нас как раз ангара, откуда мы выходили из Листвянки. А мы сейчас ужинаем грибной похлебкой. И сейчас перейдем к ягодке на десерт. А вот это вот приспособление у нас для отпугивания мошки. Гриб. Трутовик. Сейчас я вытащу. Сейчас задымится опять. Вот так вот он у нас. Вот тут неплохо видно, но дымится. И. Нет, он а уже потом. Да, что-то я его не разжег. Ну, в общем, его раз. Как палочка ароматная. Благовоние. Благовоние, ну да. Мы сидим, кушаем. Ну я кушаю уже похлебку. Папа доел. И вот что делает. Сейчас. Раздувает грибочек. Угу. И там вот такой вот красивый закатик. О, блин. Где? О. Нет мошки. Угу. Мошка вся улетела. Грибной факел. Даже не факел. Даже не факел. Но грибной. Ты уже все окурил. У нас уже точно мошки не будет. Понял. Да. А тут... закат уже. Солнце уже спряталось.
Короче, надо чай пить и спать уже. Завтра рано выходить. О, кстати, чай с шиповником. Чай с шиповником. Который я навал в лесу. Вот. Кто-то с утра штормит. А дневку мы свою уже истратили. Придется как-то отходить в такие волны. Ну, надеюсь, пока завтракаем, немножко успокоиться. Вот так вот задувает. Ну, дальше-то нормально идти, главное отойти от берега, чтоб не залило. Ну как ветер задувает. Вот, мы сидим в палатке. На улице ветрище. Мы даже здесь завтракаем. Холодно. Тормит и дождь пробрасывает. Да, непонятно, как будем выходить. Да, а выходить надо. Так, а надо нам. Так что, сейчас мы поели. Поели уже кашу овсяную. И сейчас едим вот эту вот вкусную. С сахаром. Да. Чернику с брусникой, с сахаром. Вкусно. Все, выходим с этой стояночки, с дневки около Кедрового. Вот, волны такие. А мы идем дальше. Сегодня километров 28 надо пройти, а? Ну, может, 28-30 посмотрим. Угу. На том берегу Ангара. И даже телескоп виден. Рядышком. Вот там вот коты. А вон там где-то голоусная. А мы вперед. Идем. Волны качают, дождик брызнул. Идем. Речка переемная. Вот там вот мы проехали. База неплохая была. А нам до стоянки еще 16,5 километров. Остановились на ночевку. Правда, недалеко от железной дороги. Место, ну, пойдет. Вот там место под палатку. Недалеко речка. Кстати, порыбачить попробуем. Время еще есть. Когда высаживались, волной в бок лодку хлестнуло и панельку нашу залило, но она работает. Вон тропинка походу до речки. Тропинка, наверное, до речки, да. Сейчас разведаемся. Ну, место нормальное. Речка Осиновка, еще одна.
Мы у одной осиновки останавливались. Вот вторая. Мы уже ставим палатку, потому что скоро, скорее всего, будет дождик. А может и не будет. Вот тучки такие. И ветер оттуда дует. Сейчас ставим палатку. Понакидаем туда вещи. И посмотрим, что-нибудь будем, что будем готовить. Не может, а будем. Вот хорошо так сесть на скамеечку и поужинать, глядя на закат. С последними лучами солнца поймали Ариуса. Он маленький. Отпустим сейчас. Так, пойдем. Тихо, тихо. Не падай. Плавает. Ой, дурачок. Плыви. Пошел. Солнышко нас встречает. Вон там вот дождик идет. Ой, Кали. Надеюсь, он к нам не придет. Ночью холодно было, прям вообще. Закутались спальники. С головой практически. Попробую порыбачить. Здесь вот речка вытекает. Посмотрим. Все, мы пошли дальше. До Ивановки. Это около Бабушкина. А вот и местечко. Наше, где мы ночевали. Пока-пока, местечко. Ищем место на обед. Где-нибудь здесь остановимся. Вот, может быть, зайдем за мысочек. Там волн меньше. Надо вечерней стоянки еще 16 километров. А вон там вдали виднеются уже дальние берега, которые за Бабушкиным. Ель, видишь? Ладно.
А? Вот это голоустная. Да, вот это похоже голоустная. Да, похоже. Сейчас погребем поближе к берегу. Чувствую себя маленьким совсем. Это я в полный рост стою. Трава выше меня. Вот такая вот обычная трава. Вот. Я до леса пройдусь. Блин. Ой-ой. Лес обычный. Думали, вдруг грибы есть. Все, понравилось грибы собирать. Какое дерево? А это, между прочим, береза. О, какая огромная. Пообедали супчиком грибным с рыбой. Правда, с консервой. Что сегодня не ловили. И идем на ночевку. 15 километров. 3.16 я забыл. Вот, не доезжая речки Мишихи. Хорошие полянки, чтобы остановиться. Вот какая-то штука, сетка натянута. Интересно, что такое. А вот здесь вот речка Мишиха и деревня речка Мишиха. По крайней мере, на нашей карте так написано. А вот и деревня Мишиха. Там станция есть. Нам еще 10 километров до того мыса. Сегодня погода радует. Попутный ветерок. И вчера, кстати, тоже был попутный ветерок. И волны попутные. А вот там над Байкалом дождь идет. Высадились на ночевку в намеченном месте, но пока не очень понятно, куда ставить палатку. То ли в лесу, то ли на камнях. Но как-то сейчас поищем еще. Пройдемся вдоль берега. Нашли место. Будем обустраиваться. Такая небольшая бухточка. Там речушка какая-то небольшая вытекает. Где? Без названия. Ну, даже на речушку тянет. Не вот, а там не тянет. Ну ладно, не тянет.
закат. Просто нереальный пейзаж. Вот. Западная сторона Байкала. Кажется, совсем близко. Как будто вообще не на Байкале. На следующий день мы планировали уезжать. Но билеты, которые мы думали, что мы взяли на 8 августа, оказались на 8 сентября. Пришлось срочно их сдавать и брать на 9 августа. Плюхай. Так у нас появилась дополнительная незапланированная дневка. О! Жарится, да. Вот так. Такая лепешечка, да. Что там горит? А он не горит. Или нет? Не, горит. Горит, горит. Немножечко. Горит. Ну вот, да. Лепешка. Еще вторая будет. Вот мы мяско оставили. Чуть-чуть поели. Чуть-чуть оставили. На вторую лепешку. Вот такая у нас первая лепешечка. Так, ну-ка, это... Немножко подгорела со второй стороны тоже, но ничего. Это просто прилип. Да. Вот такая лепешечка. Че, режем? Да, давай. Все, бери лепешку. Какая вкуснятина. Муравей ходит. Только не кусайся. Подержи сковородку, чтобы не улетело. Да не улетит. О! О! Какая классная! Даже не подгорела почти что. Угу. Немножечко. Вообще прожарилась. Равномерно прямо. А муравей хочет ее. Вот и завершилась наша вторая дневка. Сегодня играли в башни с Алексеем на пляже. Такое сегодня доброе утро в небе. Здесь у нас палатка стояла по всей бухточке. Единственное нормальное место. Выровняли тут песочек. Такие ступенечки были. Там были. Вот тут такой вот выход к Байкалу.
мы готовы к последнему в этом этапе переходу. Да, бабушкиным коротенькому. Погода прекрасная. Ветерка почти нет. И волн тоже. Там километров 10 примерно. Все. Отчаливаем. Речка. Гребем дальше. Впереди показалась конечная цель маршрута сегодняшнего. Вот. А дальше уже видна следующая часть нашего похода. Вот, но нам всего лишь еще 9 километров до Бабушкина, он виднеется. Мысовая станция. Вот Клюевка. Подходим. Вот на этой косе где-то будем финишировать сегодня. Вот Бабушкин окраины. Вот. Ну все, закончилась еще очередная часть нашего Кругобайкальского путешествия. Лесбянка Бабушкина. 250 километров примерно. Да. Все. А дальше мы двинем туда. Как-то коротко получилось. Да, хотелось побольше бы дневок. Так вот, с чувством. Но ничего, в следующем мы будем с чувством ехать. Туда. Да. В Усть-Баргузин. Пока. Пока. Байдарка превращается в реактивную ранец. Компактненько. Город Бабушкин. Маленький, но город. Назван в честь революционера Бабушкина, который тут был расстрелян. Ой.